Йоу, всем привет! И это новый выпуск Шаверма Патруля. Это шаурма. Шаурмячная находится в месте, где много людей. Короче, в Махачкале, на рынке. Вот. Я прикупил себе новую шляпу, чекайте. Вот это я такой, да. Так, приступаем. Сразу небольшой минус. Очень холодные помидоры. Это значит, что они были заморожены, их просто вытащили. Это не есть хорошо. Интерьер и персонал. Войти туда нельзя, это просто лавка. Так что выше двойки оно получить не может. Ну, два. Заслуженная оценка для места, куда нельзя войти. Насчет вкуса. Первоначально мне показалось, что тут шаурма довольно сочная, много соуса, но как оказалось, это было только на поверхности. Так что вкус, ну, 3,5. Оригинальность здесь, ну, она довольно-таки острая, и вот какая-то травка тут, но оригинальность тут не очень высокая. 4. Структура шаурму я уже почти доел, и в принципе структура, я доволен. 4,5. Ну, шаурма довольно-таки плотная, но ну, сытность тут 4, наверное, потому что она, ну, она такая, как бы, вот, не насыщает прям жестко, но, в принципе, наесться можно. Какой я могу сделать вердикт? Ну, шаверма прям
среднячок. То есть вот это такая шаурма, как если бы ты сказал, приготовьте шаурму без души. Ну, какая-то бездушная шаурма, потому что реально как бы. Шаурма должна веять своей энергией, своей шаурменной энергией, излучать насыщающий свет, путь к истине, там, что-то такое, да, вот. Ну, в принципе, да, всем пока.